Для тех, кто из детских домов выходит во взрослую самостоятельную жизнь, муниципалитет приобретает квартиры. В 2013 году их было приобретено 19, 10 квартир в начале прошлого года, и вот еще 8 ребят получили ключи от новеньких квартир. Первый заместитель главы города Светлана Яровая на вручении ключей очередным новоселам разделила радость ребят. Мы все вместе вручаем 8 ключей от совершенно новых квартир в хорошем месте, рядом море, и сегодня у нас солнечный день, праздничный. Я хочу поздравить молодых людей с приобретением собственного жилья, собственной крыши над головой, поздравить, передать поздравления и наилучшие пожелания от главы города Сергеева Сергея Павловича. Уверена, что это не просто ключи, которые вы сегодня получите от квартиры. Пусть они будут ключами от нового этапа вашей жизни. От имени главы города Светлана Владимировна поблагодарила и администрацию края, и строителей. Перерезается ленточка. Она и сейчас еще воспринимается как символ волшебства. Юрий Акопян, строивший это жилье, с удовольствием показал квартиры гостям и участникам праздничного события. Ребята и не мечтали о такой красоте. Многие еще не верят в получение дорогого подарка. Павел Кудряшов поделился радостью произошедшего в его жизни события и тем, как отметить новоселье. Кошку сюда впущу. Кошку впущу? Конечно. Первую. Жилье – это на самом деле мечта каждого человека. Это как фундамент новой жизни. В любое время ты сможешь прийти домой, где тебя будут ждать. В первую очередь хочу поблагодарить строителей за построенные эти квартиры. Руководство города Анапы, руководство Краснодарского края за подаренный нам сегодня этот праздник. Ну и за долгожданные квартиры. Спасибо всем. Взрослые напоминают Павлу: не забудь закрыть квартиру на ключ. Он делает это с гордостью.